Хыы, ослик, здорово. Брас, здорово. Евген, бро, здорово. Короче, слушай сюда, хочешь вообще кучу расскажу? Чё, ослик, смотри, ослик, ну давай. Пошли за мной. Короче, я построил 2 мега дома, себе и тебе. А ну-ка, стоямба. А лайк ты поставил? Нет. Короче, каждый, кто прямо сейчас поставит лайк на это видео, будет супергероем. Не, серьезно? Ты не веришь? Поставь лайк, и завтра ты станешь супергероем. Вот серьезно. Ну, можешь, конечно, не верить и не ставить, и не будешь супергероем. А еще подписаться на канал. Да, подпишись, если ты первый раз на канале. И приятного просмотра, бро. А еще пиши хэштег троллинг. В смысле? О, клево, давай, я люблю халявный домик. Да, халявный домик для меня и для Бразы. Пошли. Знаешь, что самое главное? Чтобы твой домик никто не загрифировал. А ты что, грифер? А, так я это... Нет. Нубик грифер, так. Да не грифер, да не... Ребятки, так. Ну давай, показывай, что... О! Ой, вот это вот... Вот это твой дом. И это мой дом, да. Вот это твой дом. Подожди, что? Ты построил вот это, вот это... Нет, подожди. Да подожди, нет. Ты нубик, так ты же нубик. Да подожди. Нубик. Подожди, это не мой дом. Нубик, Евген, бро, да, не твой, конечно. Ну да, так сейчас заценим внутри, так, ребята, ну-ка. О, вот это нубский дом. О, смотри, не открывается сундук. Ты знаешь, что нельзя так делать, чтобы сундук не открывался? Да подожди, это не мой дом. О, наковальня. Ты хоть знаешь, зачем? Да подожди, это не мой дом. О, стоп, тут механизм. Ребята, тут механизм, смотрите, давайте посмотрим сейчас, что он делает, смотрите. Так, рычаг, так. Пойдем за редстоун цепочкой, давайте идем. Ого! Ты что, ты включаешь океан или что? Озеро. Подожди, включаешь? Да это не мой дом, это твой! Стоп, что? Твой, это не мой дом, это твой! В смысле, ты что, офигеть? Хочешь, я свой покажу? Давай. Пошли. Идешь? Где? Вот он. Вот это огород, это твой дом, да? Да нет, ты чё? Ой, сейчас, ребята, заберём его. Да это же твой огород, ты свой огород сломал. А, блин, так где вот, твой вот дом? Мой дом, вот он. Так это ты сказал, что так это мой нет, дом? Нет, вот он, маленький, вот на земле. Где? Да вот. Где? Вот это, вот, самый маленький дом в мире. Стоп, вот это, что это такое? Это мой дом. И какой это дом? Что ты обманываешь? Слушай, это мой дом. Да ты обманываешь, какой это дом? Ты чё? Слушай, ну давай спроси у зрителей. Ребята, а ну-ка напишите прямо сейчас в комментариях. Это чё, дом такой? Это чё, такой дом у Евгена Бро или что? Да, скажите, это дом или не дом? Напишите. Это чё, самый маленький в мире дом? Да, ну это вообще, смотри, я тебе сейчас покажу. Смотри, а вы зрители сейчас... Пигнюшечка, ты меня обманываешь. Подожди. Короче, на счёт 3, просто заходим в дом и все, готов? Давай вот сейчас. Раз, два, три. Смотри, заходим в дом. Блин, это реально дом. Капец, это реально дом. Что? Как это вообще возможно? Видал, это самый маленький дом в мире Майнкрафта. О, боже мой. Блин, капец. И, друзья, это не монтаж. Если вы сейчас думаете, ой, да это монтаж, они соединили. В конце видео мы покажем, как его построить, поэтому не выключайте видео. Да, ребят, даже не в конце, мы прямо скоро, так что, ребят, даже не перематывайте, мы вам... Да, даже не перематывайте, мы прямо сейчас покажем, как построить самый маленький дом в мире. Да так вот, нубик. Капец, как ты так сделал? Это что ты тут, ты что, блогер, что ли? Ну, не совсем блогер, как бы, видишь, вот тут душ, тут камера, понимаешь? Ты же мелкие прокачки! Ну, скажем так, ты как бы блогер для старшей возрастной аудитории. Эй, куда вышел ты из дома? Ну-ка, давай обратно. Я куда-то улетел. Смотрите, тут выход, короче, вот мы вот так выпрыгиваем и прямо из дома летим. Капец. Так, ну, да погоди, да вернись пока в дом сейчас. Я сейчас покажу зрителям, так, оба. Так, смотри, а что это такое у тебя тут... Смотри. Это стол алхимии. Я здесь вывожу вот этого стручка. Видишь, вон книжка стручка. Какого стручка? Ну подымись на стол-то. Подпрыгни. Видишь стручок? Ну. Вот в книжке стручок нарисован. Вот его вывожу. Ого, капец. Блин, ребята, капец, он прямо алхимик. Как... А вот это что такое? А, после комод, да? Это, короче, знаешь, если эксперимент не удались, то это, ну, туда сбрасывается. Оу, оу, щит. Оу, щит.
А это пошли? Батоны, это батоны. Хочешь булку? Батон. О, давай, давай. Ну, ты вот еще смотри, склад кока-колы есть. А ну, можно я возьму один батон, можно? Можно, можно. А сейчас вот так вот, оп. Да, все, красава. На, держи. О, тебя. Здесь, короче, я, значит... Я улетел. Эй, браза, 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 да что ты такой неуклюжий? Браза, я улетел, браза, браза. Давай, иди сюда быстрее. Так, все, я вернулся, да, ты где? Я здесь сижу. Ой, ты чё, а, ты чё, блогер? Я блогер. Давай, садись вот рядомчиком, садись. О, ребятки, так. Всем привет, с вами мистер Квакс и Мистити, и сегодня мы будем делать для вас видеоблог. Да, кайф. Так, ну что, ладно, офигенный дом у тебя, конечно, давай, пошли обратно. Подожди, я тебе ещё не все показал, тут вот стиралка есть, так. А тут вот стиральная машина. Да. Стиральная машина. Потом, значит, есть. Что еще есть-то? Вот, писсуар, писсуар. Не, подожди, смотри, в Майнкрафте писсуар есть. Вот. Ого, а че, а как пописать? Ну, ты там не писай. Так, ребята, сейчас. Ладно, кайф. Смотри, короче, подожди. Сегодня снимаем видеоблог, заходи в душ. Давай. Ух ты! Ух ты! Ну ладно. Так. Ладно. Ну все, короче, выходим. Давай уже подписчикам расскажем, как такой дом построить. Так, ну ладно, все, короче, пошли, да, покажем, что тут там. Пошли. Все. Вот он. Ну все, готов? Вот сюда выходит, тут выход. Так все, давай. Это замаскированный выход. Да, я видел, там надо в бильярд как бы войти, там, так сказать. Да. Ну все, круто. Вот офигеть, такой вот мой маленький дом. Я думал, ты нубик, а ты, кажется, профессионал. Ну да, я ж про. А это вот твой домик, нубик. Блин, я хочу такой же. А сейчас тебя научу, как делать такой же. А давай, покажи мне и зрителям тоже, как пошли, это пошли делать. За мной, пошли. Для этого нужна машина, пошли за мной. Да, давай, как бы, в креативе, может быть, да? Не, мы как бы вот так идем, пошли. Ну, мы как бы не будем. Чтобы мы не читерить, да, мы же не читеры какие-то. Да, ребят, вот. Мы не читаем. В общем, друзья, смотрите, вот есть вот такая вот команда. Вот машина, она создается с помощью команды. Команда будет в описании под роликом, если наберется. Сколько? 20 тысяч лайков. 20 тысяч, да? Лайков, да, 20. Никаких 15. Да, ребята, 20 как бы команда тысяч, крутая. Вот вы ставите 20 тысяч лайков, вот каждый из вас сейчас поставит лайк. Наберем всего 20 тысяч. И потом мы вместе с Евгеном в описании ссылочки оставим. Как эту команду получить, да? Да. И вот, друзья, когда вы эту команду получили, то есть вы ставите командный блок, активируете его, и все, и получается вот такая машина. Это легко сделать. Да, ребят, ну точнее, как, вы ставите командный блок, туда прописываете эту команду, копируете, вставите, да? Ну, если вы уже набрали 20 тысяч лайков, я просто говорю. Да. Вот. И потом появляется машинка, и дальше вот у вас она есть. Все. Да. Дальше, далее. Смотрите. Нам потребуется, значит, изумруд. Может, и... дай ему мне. Может, да. Что сделать? Сейчас. И доски. Короче, смотрите, друзья, надо скинуть, короче. Давай, показывай. Смотрите, давай отбежим куда-нибудь. Куда вот бежим? Вот сюда. Вот на полянку. Давай, здесь полянку. Ребят, сделаем. Смотрите, нужно скинуть, значит, давай, вот на скидывай. Одно место. Вот так вот доску. Вот и доски. Вот так вот и получается такое яйцо. Да, итак, давайте подберем яйцо сейчас. Опа, давай, подбирай. Набрали. И теперь ставим, и там сейчас два жителя рипнутся. Так, ребят, смотрите, мы ставим это яйцо вот так вот на землю. Опа. Да, там вот житель. Умер житель, и вот видите, появился маленький домик. Давай зайдем в него и покажем, что там вот еще ничего не застроено. Да, ребят, смотрите, вот, то есть там будет пусто, вот тут пусто, скажем так, да? То есть тут, ну тут только лампы там всякие, там кровать есть, да? Да, но а все, что в предыдущем было доме, можете... это мы построили. Да, вы это все можете самим задекорировать, то есть сами полностью. И вот видите, здесь такая надпись «Exit». Это выход. То есть вы когда выходите... Вы падаете с неба прямо на этот дом, но вы не бойтесь, вам никакого урона не нанесется, то есть вы выживете. Да, потому вот. Что как бы там вешается временный эффект и все такое. Да, на сопротивление урона. Браз, вытащим. Где ты, брат? Все. Ну что, давай снова зайдем в домик. Не, пойдем в тот, посмотрим. Кстати, да, интересный момент, когда вы строите новый домик, старый ломается. Пошли, посмотрим, наверное, сломался. О, погоди, а давай сейчас сделаем эксперимент небольшой. Какой? Эксперимент. Давай еще один раз поставим такой же маленький домик прямо рядом. А, ну давай, сейчас подожди. О, давай, тут целый, прикинь. Что? Целый дом. Где? Ко мне, в мой дом зайди. Ну, а что, так он, не-не-не, так там ломается только если рядом их поставить, рядом. Ну все, пошли, сейчас, короче, друзья, мы еще проведем эксперимент. Да, то ребят, есть, что эксперимент. Будет? Да, вот. Смотрите, мы поставим сейчас вот у нас есть, блин, я ноги, по-моему, сломал, нет? Кстати, давай подожди, у меня еще есть, а если взорвать этот дом, что произойдет, давай проверим.
У, кстати, давай, да, давай сначала взорвем его. Есть у тебя ТНТ? Да, сейчас будет, короче. Итак, друзья, сейчас реально посмотрим, взрывается этот дом или нет. То есть, ну, реально же интересно. То есть, мы еще такие экспериментаторы в Майнкрафте. Да, то есть, ребят, у нас еще эксперимент будет такой вот. Давайте маленькую эту пипирку взорвем сейчас. Да, взорвется она или нет? Ну все, короче, поджигаем? Поджигай. Ну все. Так. Поехали. Только, поехали. Блин, мой дом тоже взорвется, ты че, офигел, блин? Да ладно, ладно, ради науки ничего не жалко. Ладно, ради науки. О, смотрите, можно. Друзья, дом остался, но он какой-то сломался, по-моему. Не-не, он так и должен быть, то есть это правильно все. Да? Да-да-да-да. Что, давай зайдем посмотрим. Давай зайдем посмотрим, я думаю, что все хорошо с твоим домом, вот, видишь, все отлично. Да, смотрите, друзья, этот дом еще невозможно сломать. То есть вы его вообще никак не можете, в принципе, поломать, ничего с ним не сделаете. Так, давай выйдем. Да, вот просто смотри, да. Взорвали все, и дом все равно целый. Да, ребята, но его можно сломать другим способом, да? То есть можно поставить один дом рядом с другим, и тогда они сломаются полностью. Давай покажем сейчас. Давай покажем, так. Так, вот это смотрите, ребята, видите, тут здесь вот экспериментальный дом, видите? Да, он был замаскирован, то есть мы до съемок... Если туда зайти, вы увидите то, что в этом доме вот такая стена из бедрока, потому что мы новый дом поставили совсем рядом с ним, то есть он, видите, ломает. Да, да, да. Но можно поставить прям вообще вплотную, и тогда, вот тогда, ребята, вы сейчас увидите, что произойдет. Давай, давай покажем. Давай, давай, вот так. Прям вообще. Сейчас ну, давай застроим. Я поставил где-то. Где-то. Евген, Евген, ну, Евген, Евген. Здорово. Пошли, давай зайдем вот в старый домик. Вот, старый? Край. Вот этот. Опа. Оу. Нет, погоди, это новый. Окей. Он починился, по-моему. Починился. Да, смотри, эксперимент не удался. Да, смотри, как получилось. То есть... А, смотри, а из этого, а в этот тир не пускает. Мы не в тот зашли. А, да? Да, ты не в тот зашел, иди сюда. Погоди, а как? Вот, а как? Вот этот был, вот этот ближний, это наш был. Ты там у так. Стенки поставил. Смотри, видишь, не пускает. А, его не пускает, да, видите, ребят, то есть... Он как будто уничтожился. Да, видишь? Ребят, он как уничтожился. Ну вот, ребят, в общем-то, такой вот получился домик. Ну что, Евген, я не знаю, что еще может показать. Ну все, мы все показали. В общем, дорогие друзья, опять же повторюсь, мы сделали рекорд самый маленький дом в Майнкрафте. Да, ребят, и именно за это, ребята, мы прямо сейчас от вас заслуживаем один лайк. Просто от каждого один лайк нужно, чтобы поставить. И тогда, ребята, вы заслужите команду для командного блока и сможете такие же домики строить и ваших друзей точно так же удивлять. Да, вы сможете удивить своих друзей, затроллить их, либо, как не знаю, повеселиться. Да, ребят, ну а на этом... Ну все, да, с вами был школьник Евген Бро. Да, подписывайтесь на каналы, ставьте лайки и всем бай-бай. Пока-пока, ребятки.